Всем привет! Сегодня мы в гостях у Степь, и мы будем отвечать на комментарии, которые вы оставляете под нашими видео. И мы их заранее не чекали специально, и сейчас в лайв-формате, чтобы было интереснее всем нам. Ты уже представляешь, какие будут комментарии на самом деле? Нет. А мне кажется, будет интересно. Будет интересно. Да прожарка. А мы не представились. Меня зовут Фикус. Меня зовут Адам. Это мне пишут? Это мне такое пишут? А, цитирую. Мне кажется, что ты моя неродная сестра, потому что у меня есть систер, у меня есть ситер, и у ее есть популярная сестра. Можно мне энциклопедию по реакциям на такие комментарии, пожалуйста? А да, можно стать вашей Евой? Честно, я не знаю, как читать эти комментарии. Друзья! Так оригинально, потому что раскрою вам секрет. Это будет нонсенс, да? Я это скрывал всегда, да? Адам, меня так не звали с детства. И с момента, как я себя переименовал сам на имя Адам, все начали шутить вот этим... А где Ева? Серьезно? Где Ева? Блин, я хотела тебе это сказать, когда мы только познакомились. Почему вы выбрали ее? Или вот это вот можно стать твоей Евой. Ева, 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 Адам, Ева, 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 Ева. Я любила тебя. Нет, нельзя. Ты мог просто сказать это в начале сам, знаешь? Нет, нельзя. Все. Как-то надо вести, хорошо. Следующий комментарий. Я, кстати, видела этот комментарий, следующий. Я его читала сама. Это под видео с фотками из Барселоны. А ответьте, пожалуйста, откуда у тебя такие деньги на это? Я хочу с мамой полететь, а то всю жизнь работает с 9 до 9 и никуда не выходит. Никуда не выходит, да. Через... Мы не взяли боевого редактора. Вот, типа. Я закончил 9 классов, так не считается. Ты сколько закончила? 11. Вот и все. Типа. Ответьте, пожалуйста, откуда у тебя такие деньги на это? Ребят, надо работать, типа. Быть ленивым — это не круто, понимаете? Вы должны вставать в 7 утра, потом идти на пробежку, потом в 9 тренировка и так далее, потом овсяная каша на завтрак. Ну, типа, вот такие мелочи строят. Не забывайте добывать авокадо, какую-нибудь стружку фейхоа, для того, чтобы разбавить ваш рацион, потому что ты реально все это делаешь? Типа, можно так, пожалуйста, типа? Выйди, пожалуйста, мы обычные люди, мы просто живем, мы просто живем. Хорош, хорош. Как насчет сниматься в тайских драмах? Я не могу сняться в казахстанских сериалах никуда. Позовите, пожалуйста, нас сняться в казахстанский сериал. Да, мы хорошо отыграем тупых дебилов. Нам играть не надо будет. Ладно. Кстати, я тебя видел в аэропорту Алматы 29 июня. Примерно в 8 часов утра я в Турцию летел. Я рада за тебя. Поэтому не надо тут выпендриваться всякими. Что ты врешь? Ты вчера оттуда вернулся, блин. Я же просил тебя не рассказывать никому. Вырежьте это. Мою сестру зовут Жанна. Это итальянское имя или французское? Говорит узбечка. Откуда она знает? Почему предъявляют за сестру? I don't know, bitch. What the fuck is wrong with you? А почему тут я? Почему? Это, типа, мои комментарии, но Света комментирует их. Типа, можно его, пожалуйста, из студии? Ладно, ты пока отвечай, я пойду погуляю, да? Да, угораю, это был последний комментарий. А, да? А, нет, еще один. Англичан Буллок Киттенбанни. Почему это так в тему сейчас? Ибо ты просто космос. Спасибо. Откуда он? А, я не тот комментарий читаю, да? Да, кажется... Отдельно не видит, ты, в принципе, есть... что-то не то по жизни делаешь, есть такое? Так, мне тут пишут комфортик. Комфортик. Но я езжу на эконом просто. Окей? Вам кайфово, да? А у нас землетрясение. I'm sorry. Нет, давайте без сверчков.
Это уже не в тренде, ребят. Сверчков уже никто не вставляет. А я до сих пор вставляю вот этот. Можно вот общий вопрос? Вы чувствовали землетрясение? Нет. Я не спал в этот момент, я не спал. Ой. Факт. Я не спал, и я не спал. Понимаете, как хотите. Я не чувствовал этого землетрясения. Тоже. Ко мне зашла моя соседка Настя и говорит, ты чувствовала землетрясение? А она такая паникерша, я говорю, нет. Мы смотрим на люстру, она не шатается, все нормально. Она говорит, нет, было землетрясение, ты не понимаешь. По-моему, оно в Таразе только было, нет? В Алмасе, типа... Ты была в Таразе в это время? Нет, в Алмасе было. Мне просто пишут, мама, у нас землетрясение. Я такая, омага, у нас нет, у нас спокойно. Мама пишет. Да. А ты говоришь, а у нас нет. Типа... Ну, в Алмате... Значит, я не спали. Разблокируйте телефон, пожалуйста. Слушай, Диана Каркунова. Ты чё, это моя крошиха. Блин. Это когда-то была такая блогерша Селеба. Она до сих пор классная. Да. Она классная? Она спасибо тогда. Можешь посмотреть, как она выглядит. И можно? На вашем телефоне. Я на неё подписан. Почему ты зашёл в сафари, бро? Как она говорится? Диана. Я инстаблогер, Диана Каркунова. Сейчас как мама моя. Что ты нажимала, тут, блин, мне телефон. Можно я прочитаю, что он вбил? Леди Диана! Блин, ладно, все. Первая серия. Так, Диана Каркунова. Каркунова? Пов, твоя мама. Вот эти ваши айфоны как? Боже. Какой ужас. В каком веке ты родился, да? Так. В каком веке ты живешь? Давай с этим начнем. 21-м. Не вывозишь, да? Ой, я уже старый девушек этих мемов всяких. Ну, она очень красивая. Я заметил, что меня всегда сравнивают с людьми, с которыми у меня похож вот эта вот часть лица. Глаза и этот, и нос. Кто там в списке? Форму лица. Ну, иногда меня с такими, знаете, людьми сравнивают. Я думаю, ну реально я так выгляжу? Например, с ней. У нас глаза с тобой похожи. Да. Скажите. Теперь я тоже вижу спонсора. Это работает. Мы как брат и сестра. За этой комнатой вообще все одинаковые. Я бы угарнула. Блин, давайте такой скетч снимем. Это очень смешно будет, мне кажется. Чем ты просто Диану Каркунову похожа? Мне кажется. Вам не кажется? Или кажется? Я хочу показать топ-3 человека, с которыми меня сравнивают. Давай. Типа внешне. Итак, топ-1. Твоя подруга Диля, тиктокерша, психолог, как я понял. Очень сравно, очень часто меня отмечают под ее видео. Есть даже очень залайканный комментарий. Там было около 1000 лайков на комментарии о том, что мы... То, что я ее сын, это моя потерянная мать. Но, друзья, у меня другая мама, но я подписан на нее. Шикарная женщина. Я смотрю, думаю, да-да-да! Это не похоже на мою жизнь. Но я бы хотел так. Вот. Следующий топ. Сейчас я вам покажу. Тимартов. Дорогие друзья, мы не один и тот же человек. Я всегда думала, что ты один и тот же человек. Реально? Нет, она так не думала. Скажи, она так не думала. Я так не думала. Вот. Мы разные люди. Да. Поверьте, у нас разные родители. И еще. Да-да. Хорош. Очень часто, друзья, очень часто меня прямо отмечают под этим видео и говорят, это ты маленький, да? Еще мне в директ пишут, скажи честно, это ты, да, когда маленький был? Хорош. Вы что, угораете, что ли? Окей, а меня сравнивают только с одним человеком в этой жизни. Я покажу вам вот так. Я вижу свой тик-ток в камере. Реально? Больше ни с кем не сравнивается? Нет, больше ни с кем. Только с ней. Больно, наверное, тебе живется. Ну так. Терпимо. Еще раз тебя увижу, ебаник снесу. То есть, одного раза меня увидеть не хватило, да? Еще раз. Надо вот второй раз меня увидеть, чтобы... То есть, на все настолько плохо... Короче, вот мне интересно, людям типа реально нечего делать? Почему нельзя просто пролистать и
не тратит свое время на это. Я никогда в жизни не оставлял. Я никому вообще не пишу комментарии. Мне кажется, это такое тупое, знаете, такое тупое, такая тупая. Сейчас всех туда оскорбила, короче, и потом такая. Такие тупые. Окей, это просто тупая трата времени, окей? Согласен. Есть это странно, объективное мнение и есть необъективное мнение. И объективное мнение тоже может казаться, знаете, типа ты говоришь, это был перебор. Я, например, что-то снял, да, на кого-то обозвал, кого-то что-то. Я говорю, это перебор, я пишу, это перебор. Я не оскорбляю никого, потому что это факт. Мы сейчас перейдем в политику. Да, да, да. И так далее. Но... Все, что в этом мире можно затронуть, мы сейчас затронем вот в этом коротком 15-секундном видео. Подкаст начался. Какого подкаста с ним? Давай. Если вы хотите нас увидеть в подкасте, ставьте лайки и не пишите комментарии. Не надо писать комментарии. Всем пока. Это был Фикус и Адамио. Ужасное завершение. Давай еще раз. Как? Давай ты. Окей, my pussy girls and Дима. Еще лучше. Какой это ужас. Моя фирменная фраза. Какой ужас. Ты не смотришь. Где ты ее взял? Все, наконец-то Фикус ушла. Мы можем продолжать теперь подкаст. Ну, уберите стульчик, пожалуйста, отсюда. Вот этот. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Фикус, не обижайся. Любовь моя, иди сюда.